Фейенорд выращивает футбольные таланты. Леро Фер, Люк Кастаньонс, Джорджини Вейнул. Казалось, что гранды всю талантливую молодежь искупили, а Фейенорд опять останется с носом. Как же так? Да, дела у клуба из Роттердама идут не очень. 16-кратный чемпион страны очень много пережил. Последние места по ходу сезона, унизительное поражение от ПСВ 10-0. Надежды уже не было на светлое будущее. Когда как любой талантливый футболист старался побыстрее убежать из родного клуба. В таких ситуациях надежды уже не остаются. Есть надежда только на веру. Веру в клуб, веру в светлое будущее. Вот именно Йорди Класси стал маленьким лучиком надежды для светлого будущего Фейенорда. Йорди родился и вырос в Харлеме, и всю игровую карьеру начал именно в родном городе. Местной аматорской команде ЭДО. В возрасте 9 лет присоединился к системе Фейенорда, цвета которого и защищает до сих пор. При этом путь Класси сквозь различные возрастные группы роттердамцев был достаточно тернистым. Йорди в каждой команде был самым низким игроком, из-за чего тренеры сомневались в его физической готовности сражаться на поле с куда более мощными оппонентами. Однако сам Класси останавливаться намерен не был, а продолжал тяжело трудиться. Перед стартом сезона 10-11 годов Йорди принял предложение от Эксельсиора и перебрался в стан красно-черных на правах годичной аренды. Там, в отличие от Фейенорда, ему было обещано игровое время, а в его возрасте отказываться от таких предложений было бы неправильно. На Вуденштайне Йорди быстро освоился и добился места в стартовом составе, а вскоре и вовсе выбился в одного из лидеров команды. Поэтому и неудивительно, что уже в следующем сезоне он был замечен тренерским штабом родного города и в итоге выбился на первой роли в Фейенорде. Класси стал одним из творцов успеха клуба из Роттердама, который для многих стал открытием прошлого сезона. Выступление Йорди не осталось незамеченным и станет национальной сборной. Берт ван Марвейн рассматривал его кандидатуру перед оглашением заявки на Евро 2012 года. Класси – классический центральный полузащитник, ориентированный в большей мере на атаку. Фейенорде преимущественно действовал в связке с Каримом Эль-Ахмади, уже отбывшим в Астон Виллу. При этом марокканец в большей степени занимался разрушением, шел встречать атакующих соперников, когда как Йорди в большинстве случаев перекрывал зоны, оборонялся за счет грамотного движения и перекрытия зон, откуда могла бы возникнуть опасность удара по воротам. Миниатюрный игрок в опорной зоне не новшество, однако все же редкость. И Класси по ходу развития карьеры сталкивался с проблемами, связанными с его физической готовностью, из-за чего работал с удвоенной энергией. Сейчас плоды его работы заметны невооруженным глазом, иначе он бы не стал одним из любимчиков роттердамской публики и кандидатом в ряды национальной сборной. Одно из главных достоинств Йорди – грамотное движение по ходу всего матча, как с мячом, так и без него. Его нельзя отнести к футболистам, которые постоянно попадают в крупные планы операторов, однако общий объем выполненной работы он выдает сумасшедший. Фамилия Хави. Самим Класси было упомянуто непросто. Именно испанец является одним из кумиров молодого футболиста, а в различных СМИ Йорди называют голландским Хави. Безусловно, пока еще рано говорить, что он сможет приблизиться к вершинам капитана Барселоны. Однако он определенно идет по правильному пути. Фейенорд играет другой футбол. Главная ставка делается не на держание мяча, а на быстрый переход из линии обороны в атаку. И в этом одним из ключевых футболистов является как раз Класси. Именно он чаще опускается ближе к своим защитникам для отыгрыша и выполнения первой передачи. При этом он играет предельно аккуратно и сконцентрированно. Как и Хави, практически не идет в обыгрыш.
однако старается с максимальной частотой отдавать вертикальные передачи, искать предложения между линиями соперничающих команд. Что бросило в глаза, он почти не прибегает к длинным передачам и диагоналям, хотя на флангах и располагаются быстроногие футболисты. Класси правша, к тому же является одним из штатных исполнителей стандартных положений, что также говорит о высоком уровне технического мастерства. С мячом обращается аккуратно и бережно. При ведении ошибок практически не допускает. В обыгрыш идет только за счет резкого рывка или ускорения, когда видит, что может проскочить мимо встречающего соперника и выбраться на оперативное пространство. Йорди Класси уже обратил на себя внимание европейских скаутов, но он не хочет спешить. Хочет побольше остаться в Фейенорде и не совершить ошибок, к примеру, Джеффри Брума, Нейтана Ака, которые переходили в Челси, Клайя Эбелиссио, Арсенал, и Карима Рикика из Сити. Я знаю, что мне еще предстоит многому научиться, поэтому сейчас о переезде в другую страну я не задумываюсь. Недавно признался сам Класси. Для дальнейшего роста потребуется трансфер. Скорее всего, следующим летом его стоит ждать где-нибудь в Испании или Германии. Этим странам он сам отдает предпочтение. Ну а нам остается лишь следить за его игрой и пожелать удачи молодому голландскому Хави. Надеемся, все у него получится. До встречи.